Привет ко всем, дорогие друзья. Продолжаем проходить Человека-пука. У нас появилась какая-то второстепенная миссия, задание. Но мы, наверное, займемся сейчас с вами зачисткой. Вот, у меня небольшая просьба к вам. Такие три просьбы. Поставить лайк, написать комментарий и полный просмотр видео. Пожалуйста, спасибо. Спасибо, пожалуйста, пожалуйста, спасибо. Ладно, не будем тянуть, поехали. Не забывайте ставить лайк, да. И в описании ссылка на полный плейлист прохождения Человека-паука. Это у нас уже практически конец. Ну как конец, 80% игры. Вот. И это, да. У меня почему-то не всегда это срабатывает дело. Так, это немножко штучка с наклоном летит. Поэтому нужно немножко управлять ей по-другому. Тебе повезло, у тебя есть паук крепление. Неплохо, да? Надо будет вставить в рекламу. Ну, паучок, конечно, с юморком у нас, пацанчик. Какие-то снайперы тормоза, я вообще не знаю. Чё у вас? Оружие раз в 10 минут стреляет или что? Тихо, тихо, дяди! Успокойтесь. Не надо, не надо, перестаньте. Как они так мне дамажат сильно? Он, в смысле, реально настолько неожиданно стреляет со снайпы? Это паук, он должен сдохнуть. Да, я сдохнул, конечно. В другой раз. В следующей жизни, черт возьми. Слушайте. Ой, как я вовремя нажал все. Как же я классно увернулся. Подкрепление. Да куда ты стреляешь в упоре? Ты даже мне не дал шанс увернуться. Ты что, вонючка? Или кто? Прими свою смерть. Это тебе с рук не сойдет. Это тебе за молотов? Бэм, куда его? Тоже прыгаешь, да, мальчишка? Еще один отряд. Знаете, как-то мне неловко, что я тут один не в оранжевом. Ты тут со своей ракетницей, дура. Человек-паук, жители квартала сообщили, что преступники попытались ворваться в их дома. Я так и понял. Так, один улетел. Нет, он не совсем улетел. На улицах без заложников. Нам с ними... Главное, ракетчиков убивать тоже. Я разберусь. До связи. Что-то я, слушайте, забываю совсем про свои навороченные способности. Как я его, а? Черт, теперь дроны! Дерьмо! Пока идет выступление, вход запрещен. Уа! Ничего не вижу. Ба-ба-ба. Короче, эта штучка ваншотит? А, нет, смотри. Он просто его паутиной укутала. Он, наверное, слишком далеко от стен был. Поэтому она его не шотнула. Нет, ты куда? Улетел. Я подпрыгнул, но не туда. Надо было не прыгать. Пойдем долго другое делать. Как-то он долго стал, слушайте, переключаться. Ой, их вместе слепило, видали? Слушайте, ну вы совсем прикольно. Поздно. Придется взять ваш штраф за неявку. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Лайки, ребятки, надо по-любому ставить. Без лайков мы с вами никуда не продвинемся. Надо помогать. Чтобы у нас с вами канал выдавало в рекомендации. Господи, нужно постоянно ставить лайки.
постоянно писать комментарии, неважно какие. Какая-то поддержка, там не поддержка, комментариями, пофигу вообще. Кто-нибудь нужно писать. Смотреть другие прохождения в плейлистах. Делать время просмотра, это будет вообще супер. Не знаю, что я там делаю, я просто нажимаю уклониться и бью, уклониться и бью. Постоянно, в смысле. Ты куда? Пошел. Полетел. А он не умер, да? Я с тобой не закончил. Вау! Пройдено. Это было долго. Это было долго, это было сложно. Мы 6 минут проходили одно испытание. Это какая-то жесть. Ну, 5, ладно. Осада замка Манхэттен завершена, миледи. Спасибо. Я вышлю автобусы, чтобы этих парней вернули домой. И больше никогда не называй меня миледи. Миледи. Так. Подождите, что-то я не понял. Да, все выполнилось, хорошо. Так, теперь двигаем туда. Идем на следующую. Юрий, я двигаюсь в центр. Кто атакует участки? Октавиус? Нет. Двое его подручных. Доктора мы пока так и не нашли. Скажу честно, он меня пугает. Таких умных суперзлодеев я, кажется, еще не встречал. Молодцы эти агенты! Да. Оказывается, вот это там меня 5 них меньше всего. Вы там держитесь. Вот оно как делается, господа. Тю! Лохи, оказывается. Бам, все. О, кто еще стреляет? Все? Уже? Господи, тут какая-то еще машина уезжает. В городе карантин, на свободе суперзлодеи. А я уж подумал, как мы обходимся без погонь с перестрелками на высокой скорости. Да-да-да. Все верно, паучок. Хорошо. Хорошо. Мы вообще, дяденьки, как-то на задание шли, как бы. А, мне еще вас убивать, что ли? Ну, чучики-бомбонищи. Ой. Ты че оторвал-то? Люк-то зачем колодечный? Надо было эту ломать. В пользу хороших парней. О, мы еще и все выполнили на пятерочку. Ля. Мы, кстати, с вами давно, друзья, не заходили в прокачку, не смотрели. У нас есть какие-то новые костюмы. У нас есть вот такой костюм блестящий. О, вот такой есть черепом. Ля, какой дебильный. Вот такой вот есть. Ой, вот этот такой, да, тоже интересный какой-то. Хотя... Как пластмассовый. А что? А что? А что? Ну, мне этот нравится, я не знаю. И вот это, да, у нас был за... Или какой у нас был? Блин. За женщину-кошку-то какой давали? Вот этот давали. Давайте, наверное, в женщину-кошковском побегаем. Уменьшение длительности шока, вызываемого электродубинками, ага. Автоматическое лечение с помощью концентрации при малом запасе здоровья. Автоматическое лечение? Чудо, я сам нажму. Так, навыки. Навыки мы уже вообще давно с вами не заходили. У нас тут 6. Да? Давайте вот это фул докачаем. Это качнем. Капец, у нас уже прокачка, ребята. Это жесть. Так, нам надо... У нас есть еще одно очко. Вот это еще качнем тогда. Да уже можно просто все докачивать, и все. У нас осталось 3 навыка, и мы фул прокачаны вообще. Юрий, я заметил банду беглецов с острова. Мне бы еще этим всем пользоваться, я как-то особо внимания не обращаю на это. Я пошлю отряд, но со всем этим сумасшествием не знаю, когда мои люди туда доберутся. Не хочу гадать, чем эти парни планируют тут заниматься. Я разберусь. А, мы типа по стелсу, что ли? Нас все еще не заметили, типа?
Поднять и бросить вниз 10 врагов. Совершить 5 бесшумных нокаутов. Один нокаут есть, да? Дерьмо. Все, попали мы, короче, все, ребятки. Бесшумно уже не получится. Ладно. Будем шумно. Значит. Такая классная штука, блин, она мне нравится. Вообще, это самая топовая. Вот эта мина, это самая-самая клевая штука на свете вообще. Пауки. Реально очень прикольная. Ой, а что вы теперь сделаете, малышки? Домой. Это настолько легко вообще, я даже их не трогаю, просто. Куда ты молик-то кинул? Дядь, у тебя что с глазомером стоим сегодня? Он побеждает. Новичков не обижать! Спать будете в две смены! На работу устраивает, пацанов. Нормально там типочка, да, поймали? Видели? Да, я не успел придумать шутку. Давайте вы пока уйдете, а потом зайдете еще раз. Приготовься. Пока придумал шутку, еще раз пошутил. Человек-паук, похоже, сбежавший из... Из-за того, что не придумал шутку, пошутил еще раз. Так. Это объясняет, почему они не объединились в одну общую большую банду. Они друг другу не верят. Это нам на пользу. Маленькими группами их проще выводить из строя и задерживать. Легко тебе говорить. Мне толстенького забираем. Это прям вообще легчайшее, я не знаю, мы уже настолько налегке все это делаем, что просто на автомате, хз. Я уж так к ним привык. Мы же теперь еще можем, кстати, и ракеты отбивать, да? А давайте-ка испытаем, наверное. Давайте испытаем. Кто в него стрельнул? Это не я был. Убью тебя. Вот стрелять будешь сегодня? А, я их просто ударил, типа, этой штукой. Подкрепление! Скольким же людям не терпится вернуться за решетку? Я просто ее скину вниз. Теперь умирай. К сожалению. Или к счастью. К нашему счастью, к твоему сожалению. Полетел? Нет, не полетел. Еще? Сколько вообще народу эта тюрьма вмещает? От этого не уйдешь! Вот тебе его не достать! Вот тебе! Это тебе с рук не сойдет! А, толстый! А! Толстый два раза меня ударил. Ты козел какой. Ну я тебя по хребтине. Ты еще прикрываться умеешь, что ли? Нифига ты. Нифига ты, жирный буйвол. Ну-ка иди сюда, подожди, ты че? Ты че, дядя? А вот и твоя смерть. Твоя, если только смерть. Ты достал меня, слышишь, толстый?
Домой. Мальчики, успокаиваемся. Мальчишки. Или я вас шокером успокою тогда? Домой. Малышка. Мальчишка. Лови помойку. Лови помойку, брат. Какой дурак. Под жопу ему пока лежит. Больше и не надо. Ты сейчас умрешь. Бабах. Присосало его паутинкой. Так, хорошо, прошли. Блин, такое, знаете, немного бесячая тема. Напряженная вот это вот сейчас проходить везде. Хорошая работа. Нашему городу не идет быть похожим на огромный тюремный двор. Я не знаю, сюжетно это или нет, но, наверное, пока мы это все не пройдем, сюжет дальше не появится. Нет, сюжет есть, смотрите. Но мы можем, в принципе, сюжет проходить. Мы можем как-то, знаете, немножко вперемешку, типа. И то делать, и это делать. И прокачка у нас есть, можно фиолетовые телепорты пооткрывать, да? Химические вот эти темы. О, нифига, куда нам надо. О май гад. О май гад. О май гад. Oh 300 метров, просто бежать по стене. Так, капитан, я на месте. Давай. Носорог штурмует участок в верхнем вестсайде, электро в верхнем истсайде. Без твоей помощи нам не справиться. Выбирай участок, там одинаково паршиво. Одинаково паршиво, говорит. Мы нифига, блин, с вами это вообще человеки, герои какие. Человеки-пуки, да? Лицейские под обстрелом. Нужна поддержка на Таймс-сквер. Серьезно, быстрый переход невозможен? Как он руки не сломал, да? А сейчас? Возможен? Нет? Ну, понял. Ну ладно, полетаем. Есть время. Нам нужна помощь в одном из отделений пира. В ветеранском центре в Гарлеме? А что там? Люди с Райкера требуют еду и припасы. Персонал на персоналу. Кто в меня стреляет? А, снизу, да, бичи? Я думаю, нет смысла их убивать, их слишком много. Надо просто действовать дальше. Надеюсь, она не больна. По заданию. Надо помочь Юре, а затем в Гарлем. Да, будем надеяться, что тетюшка моя, конечно, это не больна. Так, ну вот тут, смотрите, это можно разгрести, это для прохождения на 100% нам надо будет. Казалось бы, после побега из тюрьмы стоит залечь на дно. Парни, остров Райкера так скучает по вам. Бам, мотоком тебе. Бам, и тебе мотоком. Этот город надо спасать. Осталось только придумать, как именно. Этому городу жопа, братишка, да. Согласен с тобой. Юрий, я рядом с участком верхнего... Капец, меня везде стреляют. Электро и демоны не дают продыху моим людям. Ситуация непростая. Увидишь сам. Умеешь ты заинтриговать, Юрий. Отовсюду по мне херачат, пока летишь. Это жесть какая-то. Смотри, смотри, что делают, смотри. Ты со снайперок целят. Не, мы сейчас, наверное, героев будем по одному выкашивать опять. По второму разу.
Наверное, так. Ну, сейчас посмотрим. Паршиво. Трансформаторы подают энергию в здание, заперев там полицию. Бедная полиция, ЖС. Юрий, не просто, это мягко сказано. Придется отключить трансформаторы, чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готовый решить все электрические демонические проблемы. Электрические демонические. Полетел? Еще 4 железки. А, паутинкой просто. Фью. Ой. Ой. Ой, цель-то тут. Цель. А, ты чё, козёл? Здесь что ли стоишь где-то? Да нет, ну куда ты бьёшь? Короче, пока всех не убьёшь. Полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Давай, лупи, лупи их, давай, лупи, паучок, давай, паучок, ты сможешь, давай, брат. Он как-то... Что ты размахиваешься своей культяпкой 10 лет, паук? Почему ты не бьешь? А, я понял, почему. До меня дошло, у него потому что меч. Его нужно подбросить вверх, в воздух. А он не дается, ну как главный бой, поняли, что? Куда ты кидаешь, почему не в того? Господи, боже... Я понял, паучок. Не просто, это мягко сказано. Ладно, хоть не сначала, да? Или сначала? Чтобы освободить двоих. Даже если тебе это удастся, им понадобится твоя помощь с демонами. Ну так я здесь. Готов. Моя помощь с бубнами. Демонические проблемы. Еще 4 железки. Слушайте, а может быть их можно не убивать? А ты будешь стрелять сегодня ракетой или нет? Я жду же, чтобы уклониться. Слушайте, а может можно без убийств? Два сдохли, три осталось. А, так блин. А чё я с ними файчусь-то? Нафиг не нужны. Запереть полицию с помощью сети трансформаторов? Кто так делает? Ты будешь подниматься сегодня? Отлично. Или завтра? Идите нахрен вообще все. Достали меня все. Все против меня настроились, конченые. Никто в паучка не верит. Я вам еще покажу, кто тут герой настоящий. Вы бы еще все узнаете. Вонючки. Да блин, мне повыше надо. Мне надо вертолет цепануть. Правильно же я говорю? Мне же за вертолетом надо. Как им удалось? Ух, я уж думал нет. Я уж думал, наверное, ракеты в них отбивать. Которые они пускают. Я ничего не понял, что сейчас произошло вообще? Его? Что? Чего? Что происходит? Как они меня вообще бьют? Не понимаю ничего.
Подождите. Ничего не понимаю. Я умер опять. Господи, серьезно, я на второй сложности умираю второй раз за видео. Что? Видео? Видео? Пока они сильно на меня не смотрят. Можно немножко с ними поразвлекаться. Как тебя не поймало? Алло, должно было. Как его убивать? Это невозможно. Его не убить. Нет, убить. Вот сложно. Он как главный бой. Они все как главный бой, нет? Или мне кажется? Или я просто как-то неудачно получилось? Ага, выдохнешь сейчас. Иди сюда, козел. Кстати, мусоркой. Куда ты побежал там? Бежишь, машешь, сладенький. Родненький. Паучок, ну что ты крутишься-то на одном месте? Ты в натуре кукареку или дурак? Или что с тобой сегодня не так? Как мне их убивать? Они ваншотят почти. А я не помню, как таких убивать. Или против них нет приемов. Что с ним? Он что, в машине сидел? Что? Ну, что там, у тебя перерыв был или что? Обед? Его забаговало в тачке. Слушайте, ну способности я подобрал правильные прям для паучка. Ну не знаю, мне так кажется. Вот я их бью, допустим, паутиной укутываю, мне за это еще концентрация дается. Видит, паутинку пока пускаешь, чик, концентрация прилетела. Бах, ты кидаешь, тебе 5 концентрация падает. Концентрация это подхил, концентрация это способности. Это нужная тема. А и вот эти штуки у меня восполняются при что-то удачном уклонении или удачном ли убийстве. И в воздухе вроде еще когда бьют тоже. Что дальше? Иди в верхний вест-сайд. Мы там спасаем гражданских, но нам... Я забываю на тройку нажимать еще при файтах. Вот это мешает. Я забываю. Я иду. Сообщение от Майлза. Репит, слушай, Мэй попросила позвонить тебе. В ветеранском центре все плохо. Зэки пытаются выломать двери. Здесь Мэри Джейн, мы пытаемся вывести людей через подвал. Мэри Джейн? О, нет, Мэри Джейн. Надо заканчивать с участками и спешить в Гарлем. Мэри Джейн, это вообще красиво звучит имя, конечно. Топ просто. Мэри Джейн. Имя, фамилия, да? Так, ну давай, летим. Ага, давайте, блин, снайпера, вы в жизни меня не уловите. В таком еще костюме навороченном, черном, кошковском. Носорог. У, тварь. Кабан. Здоровый. Бежит, раскидывает. Классно ему, в кайф вообще. Уничтожать город. Клёво. Носорог движется, но бывшие гости Райкера громят ваши полицейские баррикады. Я помогу уравнять шансы. Давай, если баррикады падут, людям внутри придется худо.
Троечку нажимаем. Вот, 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 вот. Про это я вам говорил, что я забываю нажимать. Он под троечкой-то вообще, блин, неуязвимый почти. Ну, то есть, никто блокировать удары вообще от него не может. Спасибо, Человек-паук. Теперь помоги на других баррикадах. Прежде носорог не бежал от драки. Видимо, он выполняет приказы доктора Октавиуса. Быстро нападает на команду экстренных служб и отступает. Ох ты дура. Я бегу, бегу, бегу. Полицейские со мной. Хотя бы полицейские за меня, да? А, нет, не то сделал. Да почему ты в того-то кидаешь, а не в жирного? Я смотрю на жирного, он кидает не в того вообще. Вот. Вот, все. Жирного нас сначала выстегивать. Потом уже остальных. Лови мусор, братишка. Как ты живой-то, алё? Бэм, фига его сломало. Человек-паук наверх! Преступники стреляют из РПГ! Они разнесут здание! Этого не должно случиться! Иду! Одна крыша чиста! Так. Ай, меня поймали. Стою. Вижу главную цель. Перехожу к умиротворению. Есть более простые способы просить автограф. Да, то и дело. Кто додумался дать этим парням реактивные ранцы? Нарушители будут умиротворены. Умиротворены? Кому-нибудь еще показалось, что повеяло Оруэллом? Или только мне? Что, никому? Блин, все так замедленно в действии стало, стало неудобно пускать. Я привык, что резко чик нажал, пошло, чик нажал, пошло. Вы создали эти маленькие энергетические болы спецом для меня? Польщен и напуган. Польщен и напуган. Ну, напугали, конечно, пацаны. Так, того вроде бы убили. Ты лови обратно свою ракету. Вау, 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 тихо. А, я не могу использовать паутину. Так она мне эта штуковина. У меня тоже есть стрелялочка, смотри. Она сейчас будет тебя стрелять, а я буду тебя бить. Она уже здесь стреляет. Какая молодец. Полетел. С беглыми зэками покончено. Теперь надо разбираться с летучими обезьянами Соболя. Отхилочка фул.
Вау, вот это я его разболтал, конечно, расшатал. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Вот он, последний. На лету с ним деремся, еще на лету, оказывается, можно. Функционал Юрий, вообще зашкаливает красиво. И я только что узнал, каково быть приоритетной целью Соболя. Гадость. Будешь знать, это как ужасно. Над международными наемниками. Согласен. Да уж. Ладно, отключаюсь. Позвони, если обстановка накалится. Хорошо. Это было по приколу. Спасибо. Ты это, кстати, тоже. Надо спешить в ветеранский центр в Гарлеме. Народу капец везде. Питер, наконец-то! Ты нужен нам в ветеранском центре. Где ты? Меня задержали. Как вы? Что происходит? Преступники подожгли здание. Мы вывели персонал, но мы с Майлзом остались внутри. Я пытаюсь найти путь к ним, но огонь распространяется слишком быстро. Оставайся на месте, МЖ. Я разберусь. Только быстрее, Пит. Быстрее! Вау, красиво это было вообще. Улет. Так, сейчас сюда летим. Все. Питер, пожарные уже в пути, и я нашла пожарный выход, через который... МЖ, стой на месте! Не хочу, чтобы тебя тоже пришлось спасать! Питер, не сходи с ума, дождись помощи! Мэй! Мэй! Ну, если она у пожарного выхода, значит, где-то на крыше. Где-то она рядом со входом должна быть. Выходом, точнее. Входом, выходом. Друзья, не забывайте писать комментарии свои в поддержку. Лайки ставить. И подписочку делать на канал. У нас разные прохождения игр на канале. Смотрите, кайфуйте. Будьте с нами. Давай, давай, давай. Давай, глупый кусок. Глупый кусок. Ну же, Мэй, я спасу вас. А вы чё, где же ты или как уже? Давай, о, где же? Надышался, бедный. О, господи. Сейчас он на затылок упадет там. Вперёд! Доска, походу. Майлз, давай. Допрыгнул, красава. Ай-яй-яй, паучка ударила. Нет! Жесть. А паутину поймал. Он просто ее пустил вверх. В надежде за что-то зацепиться, да? Сознание чуть не потерял, наверное. Мы тебя спасли. От удара, от такого. Спасли тебя. Какая, блин, толпа бьет, капец, а тут деревяшка, блин, на спину упала. Ну, большая, довольно-таки массивная, ладно. А ты, блин, все уже, да? Ну, сдаешься, братишка. Нельзя сдаваться. Ты нужен этому городу еще. Капец, все горит, везде разруха. Какая жесть. Как же это передается хорошо. Все спасены. МЖ, если бы не вы с Майлзом, я был бы... Мертв, как и я те 100-500 тысяч раз, что ты спасал меня. Так что я все еще перед тобой в долгу. Умно. Все друг друга спасают вечно. Мне жаль, что я все испортила. Просто нелегко быть той, которую все время спасают, понимаешь? Иногда я и сама хочу спасать. Прости, что заставил тебя чувствовать, будто слезятся ты слезятся глаза-то, слезятся. Мы все еще партнеры. Как всегда. Эй, я не знал, как ты любишь, с газом или без, минеральную или из горных источников, так что принес по одной каждого вида. Я пошел такой. Я не вовремя? Нет, мы с МДЖ, с мисс Уотсон обсуждали стратегию.
стратегию? Да, верно. Город в опасности, и ему нужна наша помощь. Помощь всех нас. Ладно, командуй, тренер. Ладно. Разделяй, властвуй. Моргает такой паук. Мисс Уотсон, нам нужна вакцина от дыхания дьявола. Оскорб что-то создает, но они не смогут защитить свое детище от Октавиуса Или. Нам нужно найти лекарство и защитить его. Я проверю кое-что. Майлз, тебе придется стать моими глазами и ушами в пир. Будет что-то не так? Звони. Мы должны обеспечить безопасность центра и его обитателей. Ладно, а что будешь делать ты? Шайка безумцев в костюмах разрывает город на куски. Пора уделить ей внимание. Ясно. Погоди, а как? Я тебе позвоню. У тебя же нет телефона в твоем... твоих карманах. Мисс Уотсон даст тебе мой номер. Удачи, команда. У тебя же нет телефона. Его номер. Ты девушка-паука? Ты девушка-паука? Было бы круто, если... Хватит, Шерлок. Лучше покажи мне свой богатый выбор воды. Ты девушка-паука такой? Угарно вообще. Моментище. Просто моментище. Так, друзья, продолжим, наверное, зачистку. Продолжим, наверное, вот здесь. Кстати, где-то мест. Будем потихонечку сейчас с вами прочищать городочек. В городе немного спокойнее. А, у нас есть задание опять. Сапиром, МД ищет средства от дыхания дьявола. Пора найти его. О, какой быстрый стал паук вообще. Просто посмотрите, с какой он скоростью летит. Юрий, пора выходить. Да, давайте на задание, хрен с ним. Насчет Октавиуса ничего? Нет, ничего. Не вижу смысла этих чуваков сейчас бить. Поработать на Таймс-сквер. В отделе болеют все, кроме стажеров. Возможно, я что-нибудь найду. Сообщу тебе. Да, давайте по заданию. Хрен с ними, с побочками пока что. Пройдем еще, их успеем. Пам-пам-пам, парабам-пам. Пам-пам-пам, парабам-пам. Пам-пам-пам, парабам-пам. Человек-паук, ты готов помочь? Готов. Решил, что вам это нужно. Ты не знаешь, с чем мы столкнулись. Я никогда не видел ничего похожего на это дыхание дьявола. Криминалисты замучились. В новостях говорят, что здесь Отто выпустил дыхание дьявола. Возможно, я найду следы отравы. Ой, куда я нажал? Так, что нужно сделать-то? Повернуть надо, что ли? А, да. На этой табличке следы какого-то вещества. Возможно, возьму образец. Угу. Хорошо. Сейчас загадочка добудет. Неизвестное вещество. Последовательность. Многообещающая. Так, мы с вами очень... Ребяточки прошаренные, да? Что-то я сделал не то. Погодите. Мы с вами, ребяточки, прошаренные. Ребят, очки. Ребятушки. У меня что-то не с первого раза срабатывает, что ли? Я не понимаю. Так. Угу. И сейчас мы с вами возьмем образец. GR-27. Модифицированный оскорб. Это точно оно. Может, смогу отследить путь распространения. След идет в нескольких направлениях. Нужно выбрать одно. Криминалисты, нашли что-то? Не то направление. След ведет к тому зданию. Он же здание распылял. Мы уже видели в мувике, да? Значит, нам нужно на здание идти. След прыгает по зданиям. След ведет в эти отверстия. Что там делал Отто? Здесь должна быть дверь или люк. Да-да, есть. Паучье чутье. Спасает. Прочновато. Паукоп. Надо как-то включить свет.
Да будет свет. О, я думал, так темно и останется. Побег из тюрьмы — идеальная маскировка для проникновения. Ого, нифига себе. Вот это уже интересно. Носорог. Мой второй любимый русский. Так, нельзя, да, прослушивать? Да не туда, да, брат. Вот сюда. Вот. Макгарган. Он же Скорпион. Он же псих-психованный. Стервятник. Я бился с ним чаще, чем с любым другим. Капец. Электро. Всегда под напряжением. Они все здесь. А это еще что? Отто строил планы с помощью карты, но она пуста. Может, я что-то упустил? Ультрафиолет. Ха, ничего. Хм. Надо как-то включить эту лампу. Вот так. Вот так. Вот, теперь все видно. Отто поручил злодеям уничтожить имущество Оскорб. Последний этап. Прямое нападение на Оскорб. Скорпион отравит воду в водохранилище. Носорогу поручены объекты на побережье. Электро занимается электростанциями. Почему стервятник на Таймс-сквер? Они решили просто уничтожить весь город. Дыхание дьявола. С помощью какого-то икара. Какие же конченые. Что дальше? Отто записывал послание для команды. Макс, когда ты впервые рассказал о своей мечте, я решил, что ты безумен. Чистая энергия? Но погрузившись в эту тему, я нашел способ достичь того, голос злодея, я прям его слышу. Обещаю, когда мы закончим, ты станешь чистой энергией. Или столь близким к ней, что... Ну, можно я это не буду слушать, или это надо по заданию, или что? Ну, типа, я сейчас реально буду про каждого слушать сидеть. Так, сюда мы подходили? Подходили. Икар, вот оно. Человек-паук. Мы не представлены должным образом. Я... Отто Октавиус. Никакого Икара нет. Верно. Мартин и сам отлично справится с охраной вакцины. Икар просто уловка, чтобы заманить тебя на точку. Что за точка? А? Ой-ой-ой, они его взорвать решили. Как же он резко выпрыгнул вовремя, вообще капец. Немножко сквозь лаги, конечно. Подкинуть! Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! МД, привет! Ох, Пит! Тут-тут такой звук. Что происходит? Да-да! Послушай! Лео хочет... Да так, бежит такой. Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я поняла все разрешения на строительство в городе, если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, на связи, МДЖ! Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас опять все будут в куче, походу. Так вот вы дебилы, вы не можете убить сразу. Зачем вы его отпускаете, паука, постоянно? Я не понимаю этих героев, они какие-то глупые. Всегда, всю жизнь. Теперь план Б. Типа выжил в прошлый раз. Они думали, что умер, а он выжил. Может так? Типа, да? Ну блин, я не знаю, зачем отпускать все равно. Командная работа — волшебная штука. Позволяет достичь невозможных целей. Например, убить Человека-паука. Лагает. Ты почти согрел мне душу, Электро. Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? В ломбах отдалось. Ну что мне с ним делать-то? Дошло.
Ой. Эс, твой выход. Привет, Эдриан, это я, Человек-паук. Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток. Наша долгая вражда. Это паук пошутил. Нет, Эдриан, это я, Человек-паук. А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. Стой, 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 что происходит? Подожди, 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 подожди. Просто повезло. Да, повезло, держи, дурак, вонючка, козел. Лопа, член. Ой, осуждаем. Есть! Ты понял шутку! Я так рад, что почти готов сдаться! Почти! Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Энергия молодости и мудрость опыта. Идеально! Двоечка, бам! Суперудар. Как кошка с собакой. Ну да. Надо суперку качать, надо суперку качать. И суперка. Бам. Что, нормально болтануло, братишка? Вообще нет. Давай мы с тобой сначала закончим. Сколько тебе надо? Надо перевести дыхание. Займись им, Электро. Ой, засал. Да ты мой мальчишка. Знаешь, я с тобой просто играю. О, обиделся. После тебе джи придет, братиш. Да вы можете всей толпой нападать, я готов. Прошлого, как в прошлый раз, не будет. Мы не сдадимся. У него нет шансов. У меня нет шансов, да. Можете думать так. Да, мы молодцы. Не хочу вас огорчать, но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Ты отдохнул? Получай снова. Опа. Один готов, остался еще один. Так, второй где? Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20! Слишком много! Сегодня наш последний вальс. Да. Сегодня ты умираешь, потому что. Сегодня ты сдаешься и проигрываешь эту битву. Нифига я на паутинке летаю. О, крылышки подбили, бедный человечек. Выдохся. Эх, снова в полицию идти, да? Снова в тюрячку. Что поделать? И тебе, дебилу. Электро заземлили. Человек-паук, полагаю. Заземлили. Если бы ты и правда любил этот город, ты бы помогал мне разоблачить Осборна. Убивая невинных людей? Я восстановил бы порядок. Ты болен. Тебе нужна помощь. Мне не нужна помощь. И мы не остановимся, пока Норман не получит за все. Не получит за все. Итак, дорогие друзья.
Продолжим в следующей серии. Не забывайте ставить лайки, делать подписку на канал и обязательно писать комментарии. Это нам поможет продвинуться дальше. Всем пока-пока, всем до завтра. В 17:00 по Москве, как и каждый день, мы с вами увидимся.